Всем привет! Февраль в Испании – это карнавалы в каждом городе. Карнавал в Картахене, а это побережье Коста-Калида, самый прикольный, на мой взгляд. Картахенцы считают, что после Рио-де-Жанейро и Тенерифа он лучший и очень стараются, чтобы ему присвоили звание «Интерес туристико интернациональ». Посмотрим, как там будет со званиями, но этот карнавал великолепен. Впрочем, давайте смотреть вместе. Испания обладает огромным культурным богатством, и жители страны с большим трепетом и уважением хранят свои традиции, передавая их от поколения к поколению. Одной из таких традиций является проведение карнавалов перед началом Великого Поста. Хотя этот обычай распространен во многих странах, в Испании он имеет свои характерные черты. В современном карнавале сочетаются элементы разных культур, эпох и традиций. Обычай наряжаться в костюмы, раскрашивать лица и предаваться безудержному веселью существует уже несколько тысяч лет. Одним из источников карнавальных традиций стали Сатурналии – древнеримский праздник в честь бога Сатурна, покровителя земледелия. С распространением влияния католицизма, который вскоре становится единственной разрешенной религией, языческий праздник Сатурналии перерождается в торжества, предшествующие Великому Посту. Первый день карнавальных празднеств – жирный четверг – Jueves Lardero, а последний – пепельная среда – Miércoles de Ceniza. Современный вариант карнавала в католических странах, к которым относится Испания, утвердился в период Средневековья. Строгие устои католической веры не позволяли предаваться разгулу, и люди, которые не могли отказать себе в удовольствии устроить шумное празднество, придумали скрывать свои лица за масками. Первыми, кому пришла в голову эта идея, стали средневековые итальянские, а точнее венецианские католики. Карнавалы проходят во многих католических странах. Это последняя возможность насладиться празднествами и вкусной, обильной трапезой перед Великим Постом, который начинается сразу после окончания карнавальной недели, в пепельную среду. Период веселья окончен, и в течение следующих 40 дней будет действовать запрет на праздники и употребление многих продуктов питания, включая мясо. До сих пор многим людям карнавал нравится именно тем, что позволяет делать то, что в обычное время считается непозволительным, в определенных рамках, конечно. Во время этого празднества размываются социальные, религиозные, классовые, гендерные и возрастные границы. Каждый может быть тем, кем захочет, и делать то, что ему нравится. Безудержное веселье, излишество, отсутствие контроля и анонимность – вот главные особенности карнавала, за которые его так любят люди. Надеюсь, вам понравился наш карнавал. Если так, покажите это своими лайками. А также подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч! Пока-пока!